Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие глядки. Сегодня с вами снова я, Сигарь Надя. И наконец-таки в этом году я открываю рубрику Mail Art и бумажных переписок. Буду периодически снимать видео о том, какие письма мне приходят, от кого, что в них и как я отвечаю. Вот, и сейчас я держу закрытым этот адрес. Хочу показать этот такой вот толстенный конверт, как бандеролька, от девочки одной, от Насти. Она просила меня не показывать там ее рисунок, вот, но я решила просто показать от нее письмо. И я не смогла удержаться, потому что, посмотрите, здесь есть гуси и утки. Да, очень классный особенно вот этот гусь, он просто потрясающий. 19 января я получила это письмо. И я еще никогда в жизни не получала таких толстых конвертов. Потому что в нем чего только нету. Вы только посмотрите. Здесь есть, наверное, все, о чем только можно мечтать. И постепенно буду сейчас я вам показывать все, что здесь было. Надеюсь, ничего не улетело. Итак, здесь был вот такой вот прикольный брелок яблока. Да, на такой вот цепочке. Очень клевый. Повешу его где-нибудь у себя. Затем была открытка вот такая. Я обожаю маленькие открытки, всякие сердечками. Вот. И здесь Рапунцель. Затем здесь была магнитная закладка с котятами. Я люблю читать. И закладки тоже в какой-то мере степени собираю. И таких у меня не было. Очень прикольные. Разные котятки. Потом здесь еще одна такая закладка есть. Но немножко другая. Здесь уже рыжие коты. Вот они здесь одинаковые с двух сторон. Всем есть. А вот такой вот велосипед. Я не знаю, что это за карточки, какие-то, видимо, от игры, но я собираю всякие наклейки, карточки, картинки с велосипедами. Обожаю их просто. Затем больше всего меня умилила вот эта открытка. Не знаю, вот не могу просто. Мне кажется, она самая красивая, самая классная. Она вот прям как я люблю. Такими вот блестками, фигурная такая и очень-очень нежная, красивая. Вот. Она просто беленькая, поэтому могу приклеить, где я захочется. Скорее всего, в дневник. Далее были флаеры. Собиралась, кстати, писать рецензии у себя в дневнике вот на этот фильм. Затем на «Отмель» смотрела в прошлом году. Понравился фильм. Тоже на «Великана» собиралась писать и посмотреть его хотела, еще не видела. Также, да, «Тайны домашних животных» я тоже еще не смотрела. Буду тоже писать, мне это все пригодится. Очень люблю флаеры. И вот этот фильм мне понравился. Тоже не успела отхватить у нас в кинотеатре этот флаер, поэтому огромное спасибо. Также еще есть вот такой флаер. Я его тоже не видела, даже не знала, что есть такой мультик. Правда, не знала, надо будет как-нибудь посмотреть. Вот, так что вот такая кучка флаеров. Затем идут распечатки. Нет, это наклейки. Точнее, вот это, по крайней мере, наклейка с тотемами, наверное. Ну, я не знаю даже, что это. Вот идут распечатки. Здесь идут парфюм и лак, сережки. Затем вот такая вот прикольная тоже вырезка акварельная. Видимо, из какого-то блокнота. Очень классно нарисована. Такая же идет из блокнота тоже, да. Джинсы и девочка. Распечатка черно-белая, мороженое. Затем розы. Очень красивые, акварельные. Стич. Обожаю Стича. Затем лапка тигра, наверное. Да, очень классно вообще. Огоньки офигенные, обожаю. Буду раскрашивать и тоже себе вклеивать в дневник. Затем эмодзи с обезьянкой. Я очень люблю эмодзи с обезьянками, но которые закрывают глаза. Мой любимый смайл вообще. А затем такой Санта. Очень клевый тоже. Еще одна лапка, блин, клево так. Да. Затем идет вот такая обалденная на тематику handmade. А я сейчас пытаюсь тоже учиться. Тигрушки из ветра. Надеюсь, будут у меня на канале выходить видео DIY.
и вы посмотрите тоже, как это все делается. Потом есть вот такая вот, забыл, как она называется, ну, в общем, когда пишешь текст, и между строк вот надо вставить пробел, вот, и так что вот такие бортики, да, типа бортиков, идет из такого блокнотика дрывного, если честно, мне напоминает воздушный шар. Потом вот такие вот цветы, тоже очень классные. Потом идет вот такие стикеры, наверное, листочек, он, наверное, к ним прикреплен. Наверное, к ним прикреплен был, да, потому что он липкий очень. Стикеры, потом вот такая наклейка, лисичка. Вот она тоже, да, это лисичка. Затем из мультика какого-то, кажется, по Диснею его крутят. Не знаю, как он называется. Затем, вот, обалденная открытка. Я не знаю, я огромный фанат таких открыток. Это просто прелесть. Смотрите, какая она красивая. Она тоже все переливается. Вот здесь вот так. О, прикольная распечатка. Да, улыбнись, это бесплатно. Вот такая карточка еще есть. Очень красивая. Под полароид. Да, это, видимо, действительно какая-то игра. Затем тут идет такая вот плачущая девочка. Я люблю такие штуки, потому что очень редко где можно самой достать наклейку или что-то еще в грустном таком варианте. Она тут приклеилась. Да, я не знаю, вот что это за фетровая кнопочка такая. Но к ней приклеилась эта печатка очень сильно. Так что если я буду вытаскивать, могу порвать. Ладно, не буду делать сейчас этого. Распечатка с мороженым. А наклейка с кем-то. А, пирамида Хеопса, или как она там. Затем вот такие стикеры. Груша и апельсины. Наклейка с ежиком. Да, это наклейка. Распечатка такая вот. Забыла, как называется, если честно, когда с пистолета учится стрелять. Мишень. А, вот такая открытка. С петушком. Очень красивая. Новый год попадает процветание. Улыбки, счастье, радость, понимание. Вот это вообще прелесть. Это, наверное, самое классное тоже, да. Красота. Очень хорошо. И они тоже внутри беленькие. А, нет, вот, с поздравлением. Далее, вот такие очень клевые соушки под зонтиком. Заботься о ближних. Тоже вырезка из журнала или блокнота. Вот такой петушок. Курочка, точнее, даже. Или петушок. Петушок, наверное. Тоже здесь поздравление. Еще одна наклейка с пан... А, вот он. Вот он, эмодзи. Да, мой любимый. А, наклейка с пантерой. Карточка еще одна с воздушным шаром. Что интересно за игра? Интересно. Так, Олаф. Наклейка. Затем такая вот распечатка раскрашенная. Или такая распечатка, ну, арбузик. Затем идет чашечка кофе. Обезьянка. О, корабль. Вообще шикарно. Люблю корабли. А затем идет слоник наклейка. Потом идет распечатка. Нет, вырезка с бабочкой. Наклейка с пингвином. Наклейки история игрушек. Бас. Здесь, да, в основном бас. Угу. А затем. Затем идет вот такая вот открытка любимой подружки. Нас с тобой связала дружба, это супер, то, что нужно. Очень классно. Идут вот такие вот стикеры, или как их даже назвать, не знаю. Ну, закладочки в виде карандашей. А затем от Рафаэлы идет упаковка. Потом идет такая вот птица наклейка. Затем идут наклейки Хэллоуин, ведьмочки. А, наклейка с
фермером и морковкой. Потом наклейки с тортиками, вареньем, разными тут пирогами. Морские наклейки с рыбками, черепашка и кораллы, ракушка. С поросенком наклейка. Наклейка с птицей, попугаем, кажется. И о, еще один корабль. Супер. Классно. С мишкой наклейка. А это, кажется, Барни, если я не ошибаюсь. Я не знаю. Ну, в общем, это медведь. Да. И с какой-то еды, наверное. А может быть и нет, он у елочной игрушки держит. Еще одна очень красивая валентинка. Тоже по типу той свечки. Сделана, да, та же серия. Очень красиво. Затем идет моя страсть конфетти. Вот такие вот пайеточки разные в виде звездочек. Это вообще моя тема. Очень классно. Спасибо. Потом идет такой вот шоколадный бантик. Идет оригами. Лисичка, наверное. Затем идет флаер отряда самоубийц, который я еще до сих пор не видела. Теперь идет из холодного сердца. Наклейки. Затем идет вот такая распечатка Starbucks Queen. Потом идет у нас все приклеилось. Да. Идет вот такая вот закладка. Все, пора спать. Вот. Читаю на ночь. Затем идет сейчас покажу. Наклейка холодное сердце. Потом рисунок, который меня просили не показывать. Не буду показывать, окей. Затем были вот такие вот наклейки на тему спорта. Потом что это? Это у нас можно сделать игрушку Барни. Ёжика можно сделать. Прикольно, надо попробовать. Потом идет на стикерах приклеен чай трюфельный от Кёртис. И чай Тесс. Тоже здесь идет много довольно стикеров. Черный чай. Я очень люблю черный чай. Цейлонский. Да, вот такой вот. И идет само письмо. Очень красивые наклейки здесь. Просто потрясающие. Вот, так что такие вот дела. Огромное спасибо тебе, Настя. Вот, мы с тобой очень много общались. И думаю, что когда это видео выйдет, ты уже получила мой ответ. Вот, так что я еще никогда в жизни не получала столько много в одном письме. Это такое огромное счастье, такой заряд энергии. Просто, не знаю, просто то, чего не хватает. Вот, так что спасибо тебе огромное. Вот, и обязательно потом напиши, как получила мой ответ. Надеюсь, он тебе тоже понравится. И всех люблю, целую, обнимаю. Если вы хотите переписываться, то спрашивайте мой адрес. Я вам его дам. Буду очень рада тоже снимать ответы с вашими письмами. Тоже так вот показывать, что я их получила. И также писать вам в ответ тоже свои письма. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.